Спасибо, друзья. А такая как получилась композиция, называлась она «Конденс». Илья Чумаченко, альт-саксофон. Тенор, ладно. Хорошо, пусть будет тенор. Тенор, саксофон. Иван Аканов, труба. Сергей Гоньков на гитаре. Геннадий Юшков на бас-гитаре. И Алексей Козловский на барабанах сегодня у нас здесь. Друзья, давайте, будем приветствуем артистов. Итак, мы переходим непосредственно к вокальной части нашего музыкального путешествия, друзья. И я бы хотел пригласить на сцену чуть позже. Станислава Обухова я бы хотел пригласить на сцену. Сегодня здесь у нас в гостях Станислав Обухов, участник разнообразных вот, телевизионных всяких шоу проектов. Вот голос 24. Голос 24. Вот это поговаривают. Вот. Станислав Обухов сегодня здесь, на главном джиме. Композицию. Слышно? 1157. Слышно. Итак, композицию, которую мы сыграем, называется «Give me the night», друзья. Это Джордж Бенсон. Знаете такого гитариста? Кто знает такого гитариста и вокалиста, как Джордж Бенсон? Супер. Сергей не знает, но сейчас узнает. Более лично, да. Итак, Станислав Обухов, композиция «Give me the night». Друзья, еще раз всем доброй ночи, всем вновь прибывшим, друзья, я вам говорю доброй ночи. Господа и дамы, вы попали на главный джем клуба Алексея Козлова. Композиция «Give me the night», Стас Обухов здесь у нас сегодня. Поехали! Можно чуть? Очень гулко, гулко в мониторах совсем, прям очень гулко. И чуть-чуть низа прибрать. Эй, ты. Speeding up the fire,
Спасибо, друзья. Станислав Обухов сегодня здесь у нас. На главном жиге, друзья. Итак, спасибо, Станислав. Мы двигаемся дальше, друзья. И вы знаете, так интересно получилось, что сегодняшний вот первое, так сказать, деление нашего балета мы проводим в компании непосредственно мужских вокалистов. То есть мужчин, собственно, мужских вокалистов. В общем. И следующим номером нашей программы будет человек, которого зовут Дали. Дали. Композиция, которую он изобразит сейчас вместе с нами, она называется «Please Don't Stop the Music», друзья. Джимми Каллум. Кто-нибудь знает Джимми Каллума? Знаете, вот как классно, смотрите, ура! И вот, собственно, Дали сегодня будет исполнять эту прекрасную песню для вас, друзья. Давайте приветствуем артиста. Дали здесь, в нашем здании, и... Дали в здании звучит как угроза. Совершенно не угроза. Всем хорошего настроения. Спасибо, что вы с нами. Это Glockmoss Jam! Итак, друзья, пока у нас происходит небольшая вот замена нашего состава, сегодня у нас в гостях Даниэль, пожалуйста, на бас-гитаре сегодня у нас здесь. И Сильвестр на барабанах, друзья, сегодня у нас вот такая делегация здесь прекрасная. Итак, композиция Don't Stop the Music. Можно мне бас-гитару немножко потише, чтобы не было? Спасибо. Очень громкая бас-гитара у Даниэля. Можно сделать чуть-чуть потише. Друзья, всем хорошего настроения. Еще раз, вы попали на Glockmoss Jam, клуб Алексея Козлова. Спасибо огромное, что пришли. Ура, поехали. Come on. Please, don't stop the music. Не останавливайте музыку. Пусть музыка не останавливается никогда. И я сейчас говорю не только о музыке.
Сегодня Даниэль на бас-гитаре, Сильвестр на барабанах, друзья, наши сегодняшние друзья прекрасно. Итак, дамы и господа, мы продолжаем наше музыкальное путешествие. И сейчас композиция, которая прозвучит, будет называться Ain't Nobody. Может быть, кто-то ее знает, сейчас ее сделали там ремикс, какая-то такая веселая, модная композиция. Итак, вот у нас сегодня в гостях девушка, зовут ее Полина, друзья. Сейчас она споет для вас композицию, которая называется «Ain't Nobody». Замечательные певицы из Соединенных Штатов Америки, которые зовут Чака Хан. Вот, из ее репертуара, скажем так. Здравствуйте, Марьяна Савон, вот сегодня здесь у нас в гостях. Здравствуйте. Итак, друзья, всем еще раз доброй ночи, кто нам присоединился, вы попали на Global Jam, клуб Алексея Козлова. Что, ребята, есть понимание с композицией? Композиция хорошая, веселая. Называется она... Итак. Дамы и господа, мы вроде договорились. Понимаете, да, собственно, суть джема, да? Знает, кто знает суть джема?
Что, никто не знает? Вот это интересно. Друзья, суть дела в том, что мы собираем... В том, что сегодня здесь собралось очень много музыкантов, как вы видите, да? И слушайте. Вокалистов собралось очень много, да. Различных. Вот, это называется джем мероприятие. Такое, это всемирное, так сказать, название вот таких музыкальных сборищ. Когда собираются различные музыканты из разных групп, из разных абсолютно составов, каких-то там кто-то популярных играет в группах, кто-то играет в джазовую музыку. То есть у нас такой здесь микс получается людей. Вот, поэтому мы вот собираемся и ради получения прекрасного удовольствия, что мы все собрались, мы вот играем такую музыку. Я надеюсь, что вам это все нравится, друзья. Если нравится, то классно. Ладошки. Супер. Итак, композиция Animal Body, Полина и Ник. Ник. Йоу. Ник. Всем добрый вечер. Поехали. Thank you.
Спасибо за огромное. Полина сегодня здесь у нас в гостях и Ник на замечательном саксофоне. Итак, друзья, мы едем дальше. Скажите, пожалуйста, мне кто-нибудь вот из здесь присутствующих любит рок-музыку? Есть, да, любители потяжелее вот это все на гитаре, да? Вот. Вот у нас здесь Сергей Кайков на гитаре, он сейчас будет вызываться. Просто будет вызывать сатану сейчас посредством своих прекрасных вот этих вот приборов. Итак, композиция, которую мы сейчас играем, называется она «I Love Rock'n'Roll». Знает кто-нибудь такую песню? Знаете, да? Ну, в общем, вот сегодня у нас в гостях есть Дмитрий Капустин. Споет, не отпустит. В общем, Дмитрий сегодня здесь в гостях, давайте его поприветствуем. Композиция, в общем, полностью рокового направления, друзья. Вот. Итак, пока друзья понимают, что они нажимают, вот, Дмитрий, вы готовы? Да. Друзья, вы готовы послушать рок-музыку немножечко, да? Песня про то, что не джазовый динам. Еще рок-музыка есть. Итак, у нас здесь сегодня образовалось Power Trio, друзья. Сергей, Геннадий и Андрей. Power Trio и Дмитрий Капустин. Композиция «I Love Rock'n'Roll». Друзья, кто любит погорячее, давайте, отрывайтесь по полной программе. Я оставлю их так, как они есть. Thank you.
сразу, а вторую. Давай. Которую заполнит собой наш сегодняшний прекрасный диджей. А зовут нашего диджея диджей Вячеслав. То бишь это я. Я шучу, друзья. Не друзей, не диджей, не друзей. Не диджей Вячеслав. Диджей Франц сегодня здесь у нас на главном джеме, как и всегда. Друзья, буквально минут 15-20 мы поймем, что мы будем играть для вас дальше, и мы продолжим. Хорошего всем настроения. Кухня, бар, все работает, сигареты курятся внизу, лифт тоже работает, туалеты тоже. Спасибо, друзья. Хорошего времяпрепровождения. Ура! Спасибо огромное, диджей Франц сегодня здесь у нас на Клафлоу Джеме для вас с замечательными композициями, треками, бодрящими, веселящими. Спасибо за эмоции, за энергетику, за танцы, друзья. Итак, мы продолжаем наше музыкальное шествие по планете. И композиция, которая сейчас прозвучит, это дебют. У нас сегодня дебютные инструментальные композиции. Композиция называется Pick Up The Pieces, друзья. Композиция фанкового направления. И сейчас вот наше это прекрасное духовое отделение. Всем составам, все, кто есть, живут сегодня у нас. Всем составам, да. Изобразим эту композицию для вас специально. Немножко фанка, друзья. Хотите? Фанкового направления. Хотим? Супер. Итак, композиция Рикардо Бизнес, и мы начинаем. Спасибо, диджей Франц. Главное, всем дальше. Поехали, друзья. Ура! Thank you.
Спасибо, друзья, огромное. Дорогая, получилась у нас прекрасная композиция, которая называется... Как она называется? Pick up the pieces она называется, друзья, ура! Итак, диджей Вячеслав возвращается. Диджей Вячеслав возвращается к нам. Итак, дамы и господа, следующим номером нашей программы будет композиция, которая называется Calm Down. Может быть, кто-то из вас знает такого барабанщика и вокалиста, которого зовут Андерсон Парк. Знает кто-нибудь? Кто знает, поднимите руку. Кто не знает, не поднимайте. Итак, в общем, кто не знает, друзья, сейчас узнаете, но, к сожалению, Андерсон Парк сегодня не смог нас порадовать своим присутствием. Но сегодня у нас в гостях есть прекрасная Элина Решетникова, друзья. Давайте ее поприветствуем. Здесь сегодня у нас в гостях на Клаб Ланд Джеме. И композиция, она называется Calm Down Андерсона Пака. Очень веселая, интересная, современная музыка. Вот, сейчас мы ее изобразим для вас. Друзья, есть очень интересная, приятная новость. Смотрите, мы сейчас все находимся в клубе Алексея Козлова. Кто здесь сегодня первый раз, пожалуйста, поднимите еще раз руку. Кто сегодня здесь первый раз? Вообще, мы первый раз в этом месте. Коротенько, да, об этом месте и вообще о том, что здесь происходит. Клуб Алексея Козлова является одним из ведущих клубов нашей страны на сегодняшний день, в котором происходят различные музыкальные концерты, как вы сами поняли, ну и вечеринки тоже. Вот. И сегодня у арт-директора этого места, которого зовут Арай Акадян, уже по часам наступило день рождения, друзья. Вот. Это человек, который делает такие различные всякие, ну, помогает нам вечериночки, организует концерты. В общем, 8, у ребят получается порядка 80 мероприятий в месяц на двух сценах. Здесь основная сцена, есть еще мансарда. Кому интересно, можете подняться посмотреть. Там достаточно мило и симпатично. Вот, разные концерты, поэтому приходите все чаще. Здесь разная музыка абсолютно, от традиционного джаза до какого-то современного фьюжн, этно-музыки, то есть все что угодно. Итак, у Райка день рождения. У нас в гостях Элина Решетникова. И Арайку мы посвятим эту прекрасную композицию, которая сейчас прозвучит. Будет она достаточно простая, друзья. Happy Birthday to You, вы знаете, наверное, все? Все знают Happy Birthday to You. Сделаем маленькое спасибо Арайку Акатяну, арт-директору клуба Алексея Козлова, друзья. Можем? Ну, маленькое, буквально. Чуть-чуть, куплетик, припевчик. В до мажоре. Я дам тебе, конечно, брать его попеть. И потом мы продолжим с этой решетникой композицию Calm Down. Друзья, поехали. Ребят, давайте просто все вместе споем, мне кажется, будет клево. Короче, ребят, давайте это честно споем. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you.
Ирина Решетникова сегодня здесь для вас, прекрасная композиция. Calm Down называется она. Anderson Park. Друзья, кому интересно, кому понравилось, можете просто в интернете найти нашу группу. Называется она Glove Mouse Jam. Там есть весь трек-лист, который мы выкладываем, который мы играем. Здесь, на Glove Mouse Jam, в клубе Алексея Косова, друзья. Если вам понравилась такая музыка, то добавляйтесь, в общем, там. Просвещайтесь. Все для вас. Итак, мы продолжаем наше движение. Следующая композиция, которая прозвучит, называется она «Нью-Йорк», друзья. Про славный город Нью-Йорк, и я бы хотел пригласить на сцену Марианну Савон. Марианна Савон. И это, ну это не она. Это Микаэль на бас-гитаре сегодня у нас выходит. А вот это Марианна, друзья. Она здесь сегодня у нас в гостях. Как сама она говорит, разница, конечно, небольшая. Но она есть между Марианной и Микаэлем. Ну. Итак. Да. Друзья, у нас еще на барабанах сегодня Хорхе. Давайте его приветствуем. Человек из прекрасного острова Куба. Здесь сегодня в гостях. И. Да. Марианна, кстати, тоже наполовину с города Кубы. С острова Кубы, друзья. Итак, композиция, тем не менее, не про Гавану, как бы всем нам, наверное, хотелось, да? Композиция не про Гавану, композиция про город Нью-Йорк. Но про Гавану мы тоже, может быть, что-нибудь сыграем сегодня, если вдруг у нас, да? Чё, все же любят вот афрокубинские ритмы, да? Есть любители афрокубинских ритмов? Да, конечно. Нет, такую не надо здесь. Итак. Композиция «Нью-Йорк» и Марианна Савон на Glove Mouse Jam здесь сегодня, и мы начинаем. Thank you.
Спасибо, друзья, огромное. Марьяна Салон сегодня здесь у нас в гостях. И диджей Валентин продолжает свою работу. Нет, друзья, у нас не перерыв, мы продолжаем. Следующая композиция, которая сейчас прозвучит, она очень интересная. Хип-хоповое направление, скажем так. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает такую певицу, зовут ее Джилл Скотт? Джилл Скотт. Кто знает такую певицу Джилл Скотт? Окей. Ну, в общем, кто не знает, то сейчас узнает. И я хочу пригласить на сцену Соню Юсин. Ура, успех! Подружки поддержали, смотрите, какой уже успех несет. Итак, друзья, композиция прозвучит сейчас, которая называется Golden, то бишь золотишко. Егор, спасибо огромное. Егор Шаманин, группа Guru Group Foundation, друзья. Егор, подожди. Какого числа? 18 февраля? 15 февраля презентация альбома Guru Group Foundation. В каком месте? Прости, еще раз тебя спрошу. В Глав-клаве, друзья. Кто знает группу Guru Group Foundation? Знает кто-нибудь? Вот, вы знаете. Вот, приходите. Это был Егор Шаманин. Играл на саксофоне из прекрасной Guru Group Foundation группы. Итак, друзья. Композиция Golden, и мы начнем. Как настроение? Чё? Нормально? Чё-то так притихли, страшно стало. Знаете, когда маленький ребёнок шалит, он обычно притихает. И не слышно, что он что делает. Типа тишина начинается, когда в комнате. Становится страшно. У кого есть дети? Поднимите руку. Нас немного, но у кого-то есть, да. В общем, окей, ребята, вы знаете. Итак, Соня Юсин, композиция Golden, Джилл Скотт, Главный Джем, Луга Алексея Козлова. Всем еще раз доброй ночи, друзья. Здравствуйте, поехали. I'm taking my freedom to the open.
Да, друзья, спасибо. Соня Юсик сегодня здесь у нас на аплодисменты. Огромная прекрасная композиция, замечательная. Итак, друзья, следующим номером нашей программы будет композиция, которая называется «Каникули», друзья. И для осуществления этой композиции я бы хотел пригласить наших друзей сегодняшних, Майкл и Хорхе. Хорхе сегодня забрал. Хорхе. Хорхе Нунес. Хорхе Нунес сегодня за барабанами. И Майкл Бабалуае. Майкл Бабалуае. Итак, друзья, еще я бы хотел пригласить на сцену нашу духовую секцию, замечательную сегодняшнюю, которая у нас присутствует, весь наш духовой оркестр. Егор. Егор Балабанов, пожалуйста, пригласи все наше духовое отделение, да? Давненько не было много саксофонистов, сейчас мы это устроим. Итак, друзья, композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Калибри». Группа такая есть, «Инкогнито». Кто знает группу «Инкогнито», поднимите руку. Прекрасно. Друзья, группа «Инкогнито» из Великобритании, друзья, из Англии. Такие есть ребята, играют они фанк-соул-музыку различную, и мы сейчас сыграем одно из их произведений, инструментальное. Вообще у них, в принципе, все вокального характера, такие песни. Вот, поэтому, если интересно, набирайте ВКонтакте группа «Инкогнито». Она там одна, английскими буквами, соответственно. Итак, композиция «Калибри», группа «Инкогнито», «Главмост Джем». Друзья, настроение хорошее, надеюсь, у всех все замечательно. Правильно же? Вы не устали или устали? Мы сейчас тогда можем закончить прям все. Просто будем грустить и пойдем домой. Ладно, да, уже? Нет? Еще играем или что? Ладно, уже. Да вы начинаете, уже, ладно. Ладно, короче, группа «Инкогнито», композиция «Калибри», «Главмост Джем» сегодня здесь. Дайте шуму, дамы и господа! Замечательно, здорово, поехали. Кстати говоря, композиция танцевальная, если что. До такого характера. Поэтому, друзья, давайте танцевать и веселиться. Да? Есть силы, желания и здоровья. Как у вас дела? Вот Иван, например. Иван, как у вас дела? Все хорошо у вас там? Выбиваете за Госку? Здорово. Марьяна, у вас все прекрасно? У всех все прекрасно. Алексей, как у вас дела? Все хорошо? Давайте танцевать и веселиться. Мы сегодня для этого здесь собрались. Поехали! Оу! We'll be right back.
Спасибо, друзья, огромное. Илья Чумаченко, сел саксофон сегодня здесь у нас. Егор Балабанов на трубе. Друзья, спасибо всем огромное. Сергей Коньков на гитаре. Майкл Бабалуа. Хорхе. Хорхе Нунес. Хорхе Нунес, нормально, друзья, сегодня здесь у нас. Еще был Иван Акадов, еще было много друзей. Пожалуйста, был Геннадий Вильков сегодня на бас-гитаре. Итак, был Алексей Козловский. Друзья, спасибо вам огромное. На этом музыкальная часть нашего мероприятия закончилась. Но, друзья, дискотека продолжается. Конечно же, диджей Франц еще для вас сегодня здесь этим прекрасным пятничным вечером, уже теперь ночью, но тем не менее. Друзья, спасибо всем огромное, что вы пришли, что вы сегодня были с нами. Приходите каждую пятницу и вообще приходите в этот замечательный клуб каждый день. Здесь всегда очень много всего интересного. Центр города, по-моему, все прекрасно. Спасибо огромное всем музыкантам, всем артистам, всем вокалистам. Друзья, спасибо вам большое, всем низкий поклон за то, что вы сегодня участвовали. Спасибо всем работникам клуба Алексея Козлова, звукоцех, светоцех, бармены, официанты, администраторы, охранники. Всем ребятам огромное спасибо. Друзья, меня зовут Слава Быстров. До новых увлекательных встреч. Встречаемся в следующую пятницу здесь же, друзья. Главмужем каждую пятницу в клубе Алексея Козлова. Диджей Франц для вас продолжает. И, кстати говоря, Валентин Монастырский, наш фотограф, наш постоянный фотограф. Ищите себя на фотографиях в нашей группе ВКонтакте, называется просто Blackmon Jam. Все находится, добавляется, заходится, радуется. Друзья, всем огромное спасибо, хороших выходных, пока-пока, чао.